Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на нечто. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Живое. Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие. Прометей. В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги Вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества. Хищники. Наемник Ройс невольно вынужден возглавить группу профессионалов, выполняющих загадочную миссию на неизвестной планете. За исключением опального доктора, все они хладнокровные убийцы, наемники, гангстеры, осужденные и участники отрядов смерти, людские хищники. Но когда их начинают систематически преследовать и истреблять невообразимое чудовище, становится очевидно, что теперь они в роли своих жертв. 30 дней и ночи. Каждый год на 30 дней маленький город Бэрроу на Аляске погружается во тьму. Арктическая ночь – вещь вполне нормальная для этих мест. Но вот однажды шериф городка Олсон начинает подозревать, что на этот раз 30-дневный сумрак не пройдет так гладко. Вампиры подготавливают кровавый рейд на Бэрроу. Дум. 2145 год. После того, как из далекой научной лаборатории Олдуай был получен сигнал о помощи, на место, планету Марс, прибывает отряд космического спецназа и обнаруживает разгромленную станцию. Вскоре выясняется, что на людей здесь охотятся полчища ужасных существ-мутантов. Факультет. Колледж Хэрингтон давно утратил свою первозданность. Его обшарпанные коридоры ежедневно заполняют будущее Америки. Одиночки и лидеры, пижоны и наркоманы, умники и кретины. Подобно подросткам везде и всюду, они ведут постоянную борьбу друг с другом. Но однажды студенты делают ужасающее открытие. Их преподаватели – пришельцы с другой планеты. Столкнувшись с вызовом, который они даже не могли себе вообразить, бывшие враги вынуждены объединиться, чтобы спастись от инопланетного вторжения. Хищник. Американский вертолет был сбит партизанами в Южной Америке. Оставшихся в живых экипаж находится в плену. Центральное разведывательное управление США бросает свои лучшие силы для освобождения американских граждан. Элитная группа спецназа во главе с Датчем была запрошена в южноамериканские джунгли. Нечто. Команде ученых американской исследовательской базы в Антарктике предстоит столкнуться с необъяснимым, чудовищным кошмаром. Отрезанные от всего света полярники вступают в неравную схватку с инопланетной тварью, пробудившейся после тысячелетней спячки во льдах. Беспощадным существом, которое проснулось и проголодалось. Чужой. В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж принимает решение совершить посадку и разобраться, в чем дело. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!